Всем привет огромный. Мы пришли на рыбалку с Юлей. Смотрите, сколько мы уже наловили. Это окунь такой большой. Маленькая. Ой, Юля, что случилось? Что случилось, Юль? Да? Ну, вылазь. Боже, удочку поломала. Этот кончик, тебе оно что-то отпугнуло? А что ты там делаешь, Надежда? Чего ты туда долезла? За кончиком. За кончиком. А что ты туда залезла? Потому что за рыбой залезла. Надо тебе чи нет? Да. В воде? Надо, конечно, я тебе его сделаю. А ты что, поломала его? Да. А как? Я сейчас воду. Боже. А как я обратно достану? А где кончик? Вон, да. Так и поплавок достань сразу. Так. А зачем ты туда полезла? Вот так вот. Сейчас дерево. А если дерево упадет? Что, серьезно? Уже хрустит. Правда? Та лізь вона тоненька, не бійся. От іменно. Тебе маленька, маленький вес. Головне кончик достань, поплавок в мене є. Поламала, поламала одну удочку сьогодні утром. Вторую вже поламала. Кончик достала? Ні. А де він? Кроссовки смотри, не намочи. Вот на какие жертвы я иду? Так а кто тебя заставлял туда лезть? А как я обратно сейчас буду? Да, я не знаю. Будем звонить в МЧС. Гля, гля. А ты ж, вот скажи, вот быстрее нельзя было так распутать, а не рвать? А как? Вот так, как ты сейчас достала. У меня руки могут рутиться все. Я не полезу обратно. Давай, лезь обратно. Что ты делаешь? Да грызи эту... Не надо мне этого, только кончик и поплавок. Все. Так, смертельный номер. Что делать? Обратно лезь. Так. Там дерево сзаду сломай, чтобы оно тебе не мешало. Сейчас я тебе буду руку давать. И сказал, не лезь сюда. Зачем? Зачем было лезть-то сюда? Конечно, надо перевернуть. Ну, ногу за ногу закидай. Боже, Юля, одну ногу правую перекинь. Сядь боком. Садись, держись двумя руками за бревно. Держись, садись ровно. Теперь перекидывай вторую ногу. Вот. Теперь вперед. Сейчас, подожди. А встать мне нельзя? Можно. А ты... можно. Смотри, ноги не намочи. Господи. И зачем вот ты сюда лезла? Зачем? Потому что тут окунь. Щука, за щукой лезла. Не издевайся. Я буду, я тебе говорил, я не буду помогать, потому что я тебе говорил сюда не лезть. Или я сразу звоню в МЧС. Все. Слазь давай. Я не могу. Чу? И удочку не забудь взять. Зачем было сюда лезть? Все, оставь уже ногу, вылазь мне наверх. Надо за что-то держаться. Давай удочку мне сюда. Ну, конечно, все поломало. Давай теперь руку мне. Вставай на это, давай мне руку. Мне надо почва под ногами. Осторожно, там вода еще. Змеи. Точно. Глянь, он лезет. Угу. Да стой, боже, Юля. Поставь на ногу на бревно. Не страшно, ногу. Давай мне руку, ставь ноги на бревно. А как ты, вот, как тебе не страшно было слазить сюда? Как ты сюда залезла? Я залезла на энтузиазме, понимаешь? Тут рыба. Давай, все, хватит. Давай руку.
Господи. Так. Ура, я на земле. Удочку бери. Рыбачка Соня. Пошли, я сейчас буду делать удочку. Жени. За оконем она вылезла на бревно. А если бы в воду упала? Нет, я уже была на грани. На грани. Главное, окончик нашла. Вот она. Его можно приделать, да? Да, сейчас будем делать. Вот, да? Да, давай. А так тут я ничего не сломала. Конечно, не сломал, он просто выпал. Ну хорошо, что ты его поймала. И все, да? Как все? Это все надо теперь делать наново, да. Леску распутай в катушке сначала. Кончик просто надо приклеить, видишь? Он... Ну хорошо, что ты его взяла, потому что пришлось бы новый покупать. Новую можно? Удочку пришлось. Не, удочку новую нет. Кончик просто вот этот. Видишь, все целое. Ну, это мне уже не надо, только поплавок. Давай теперь леску размотаю на катушке. Куда ты положила удочку? Ты вот, як сам был. Раскрывай катушку. Ну, я такой стресс пережила, я испугалась. Так, нет, честно, зачем ты лезла туда? Фух. Ля, вся в этих, в листьях. Ну, конечно. В голове. Ты еще снимаешь. Ну, так а что я сделаю? Ха-ха-ха. Удочки запутала леску. Так, ничего не запутала. У меня аж руки трусятся. От чего? Ну потому что испугалась. Так не надо було лізти туда, щоб не пугатися. Що я не смогу встати. Ну що, Юля зробила удочку вже? Зачем ти лізла на корягу? Де окуні? Куди? Да. Далеко. Пішов з рибалки домой. Що ти ковбасик такий? Ти ковбасик такий. Ти хочеш рибку? А риби нема. Тобі не за рибу, тобі тільки корм. І то отакий дієтичний, щоб сальце не провисало. Я сам хочу показать, что мне тут Юля дала. Что я ж... Это мне, кстати, эти... Какие конфеты. Так, сейчас я вам покажу. Что Юля на рыбалку брала кушать. Смотрите. И она мне отдала, говорит, бери домой. Каже, ты бедный блогер, тебе нема что есть. Возьми себе. Вот такие вот блинчики. С куриным мясом, кстати, очень вкусные блины. А ну. Потом. Тут помидорки, огурцы. Закатки Юля сама делала. С мамой. Кстати, спасибо огромное. Привет маме. Потом вот такая картошка. Что мне с этим делать всем, я не знаю. Такая вот картошка. Потом баклажаны. Юля молодец, хозяйка. Она на рыбалку все время берет есть. О, вот такие вот баклажаны. И там лук. Ой, господи, лук, чеснок. Тут еще Юля брала бутерброды со шпротами. Боже, тут ціла куча. Тут помідори, огурці в баночці. Що тут ще? Хліб. А отут гриби. Зараз я вам покажу. По-моєму, якщо не ошибаюсь, шампіньони. Тим потім всі судочки перемою, Юлі обов'язково дам. Вот. І гриби. Видите, отакі от шампіньони. От. Со сметанкой пережаренной. Тут Юля забыла свой шарфик. Это хлеб мне надо. Надо Юле шарфик отдать. Она уже его второй раз забывает. Это пластмассовые ложки. Это мне не надо. Шарфик мне надо обязательно. Юле будет отдать. Что ты там садишь, как бедный родственник? Барс.
Да. Еще мне, ребята, надо сегодня что-то сделать с холодильником, потому что у меня он забит. Реально забит. Тут картошка, тыква, сметана, клубника, куча всего, яиц. Это все надо чистить, вымывать холодильник. Плюс еще вот эта еда, которую мне дала Юля. Так понял, что у меня сегодня на вечер будет еще куча дел. У меня магнитики, видите, поскладывал все аккуратно. Так что вот как-то так прошел у нас сегодняшний день. Конечно, смешно было, когда Юля вылезла на эту палку. Все прекрасно понимают, что это были шутки. Мы прикалывались, поэтому писать там что-то типа не помог, там Юля не дал ей руку, издевался, не надо. Вот. Кто шутки понимает, тот понимает. Удачки вам, спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться, конечно же, на канал. Увидимся с вами обязательно в следующих влогах.